Привет, это Satisfactory. Мы продолжаем здесь факторить. О, да. Смотри, что я тут намутил. Я намутил, короче, прыжковую панель. Взял проводок, протянул сюда. И теперь я, когда бегаю, мне надо нагибаться вот так вот, чтобы провод пролетал над моей головой вот так вот. А то иначе делается вот так, и я падаю на землю и просто остаюсь без шеи. Ладно, о чем это я? Короче, прыжковая панель теперь закидывает меня сюда. Это очень удобно, это очень хорошо. Это прям вот то, что я мечтал, то, что я хотел. Также мы сейчас бежим... Нет, не бежим, подожди. Надо зайти вот сюда. За вот этими роторами. Надо их взять. 5 штук, отлично. Нам их ровно 5 штук не хватало. Бежим. Бежим. Сейчас отправим все это в наш хаб. Отправим потом это все из хаба с дроном наверх. И прилетит к нам куча всякого интересного. А именно базовое производство стали. Мы уже близки к новым открытиям. Закидываем. Полетели. Let's go. Базовое производство стали. Есть. Есть. Оно у нас есть. Новые строения, новые детали. Сейчас посмотрим. Пропустить. Анна, не хочу тебя слушать. Что у нас там? Новые строения какие тут? Чудо-техника, все это у меня было уже. Вот. Литейная. А, кстати, мне еще в комментариях написали, знаешь, что, короче, вот эту штуку, типа конвейер уровня 2, можно делать вот так вот, на первый конвейер, ну, конвейер первого уровня, короче, кидаешь, вот так, хоп, и все, у тебя просто конвейер обновляется, и не надо было ничего удалять. А я это по стариночке, как Чунгачкук, вначале все это дело демонтировал, а потом устанавливал. А тут можно, оказывается, вот так вот, хоп, она, и все, все быстро, быстро, лаконично, красиво. А что еще хотел построить? Трассу. Трассу до моих угольных рудников и до моего АЭС, если так можно. Не, атомная электростанция у меня еще нет, к сожалению. Угольной электростанции. Так, литейную я хотел построить. Нужны роторы. Блин. Вот, используем нашу подушечку. Пердушечку, летушечку. Значит, пойдем посмотрим, где у нас роторы. Сколько там уже сделалось. Еще я хочу, знаешь, что сделать? Куча, на самом деле, мыслей. За всем не успеваю следить. Я хотел сделать вот эту штуку. Построить здесь еще один бур. Потому что мне чертовски не хватает железа. Уже все на максимум разогнал. То есть тут бур, он в стандарте, в 100% подаче железной руды работает. Даже не 200. Здесь у меня все работает по 250. И этого мало. То есть вот эта вот плавильня не справляется. Мне нужно больше плавильни. Потому что смотри, видишь слитков сколько? Туда-туда уходит. Это, кстати, повлияет, когда мы ускорим производство слитков, повлияет на производство роторов, которые нам тоже сейчас нужны. Берем, значит, бур. Обычный бур. Сейчас мы его сюда воткнем. И от него конвейерную ленту поставим. Блин, зачем я их разобрал? Они тут так хорошо стояли. Теперь нам нужно все это дело подпитать, чтобы оно производилось от той линии никак. Блин, у меня тут напряг какой-то вообще с линиями. А оттуда можно потянуть? А он тут? Нет. У меня есть тут где-нибудь? Все, я придумал, что я сейчас сделаю. Смотри. Мы сейчас здесь столбик на краю воткнем. А! Проволоки медной нет. Нам же еще нужно в исследовательский центр забежать. Сколько же дел-то, ё-моё. Надо расширить инвентарь и сделать ингалятор, который будет лечить наше дохленькое здоровье на этой прекрасной планете. Значит... Хватаем, кабель нам не нужен. Нам нужна медная проволока. Где я ее делал? Медная проволока. Вот здесь вот медная проволока. Да блин, не перепрыгнуть туда. Кстати, у нас кабели уже забиты. Ну, в смысле, органайзер, контейнер забит под кабели. Надо больше кабелей взять. А, в смысле, проволоки. Вот, видишь, кабель у нас забит. Соответственно, производство кабеля приостановилось. И у нас сейчас все идет в медную проволоку. Это тоже, наверное, хорошо. А может и не очень. Скоро мы это узнаем, когда у нас будет нехватка чего-то. Мы хотели столбики сделать. Да, вот столбик здесь краешку. Отключаем нашу пердушечку-летушечку. Втыкаем проводок сюда. А это потом идет на бур и на нашу платформу. Вот и все. Что у нас там с энергией? Все нормально? Все. Мы на грани, конечно, уже ходим. Сколько у нас? 268 мегаватт максималочка. А мы можем 300 мегаватт потреблять. Так что все хорошо. Теперь конвейерную ленту мы... Знаешь куда? Знаешь как? Надо, короче, сперва построить здесь литеечку. Литеечку... А, плавильню, не литеечку. До литеечки нам еще рановато. И как-то нам это все дело соединить. А тем временем прилетел наш дрончик. Весельчак привез нам новые чертежи. Надо будет посмотреть, что теперь нам нужно открывать. И, а я тут немножечко подзагрузился, нужно понять, что делать-то.
строить новую линейку вот этих вот производителей, или как нам справиться-то? В принципе, здесь у нас есть соединитель, я могу здесь линеечку производителей поставить и сюда примкнуть конвейер, и будет больше поступать винтиков туда наверх. Сейчас обдумаю этот момент. Короче, долгое мозговое штурмование показало мне следующее. Ну, как показало? Мозги родили следующую идею. Я, короче, введу сюда конвейер, ставлю здесь переработку руды в слитки и ставлю здесь единственный производитель, как он называется, конструктор, вот, который будет нам делать прутья, а прутья будут поступать вот сюда. Соответственно, чтобы они поступали сюда, нам нужно разобрать вот этот конвейер, переделать вон тот вот соединитель и, короче, будь мне сладенько, сказочно, просто капец как. Но, ладно, погнали, короче, все. И тем самым я уменьшаю линейку, то есть тут у меня два производителя, а я сделаю один, который подключу сюда. Все, я надеюсь, ты понял, да? Соответственно, мы будем экономить на энергии и у нас будет меньше выхлопов. И я просто гений, наверное, сейчас мы это узнаем. Значит, конвейерная линия. Меня не устраивает вот эта конвейерная линия, я хочу ее переделать. Переделать ее хочу как? Вот это разобрать. Ставим здесь конвейерный лифт первого уровня, потому что нам круче не нужно. А, да ладно. Короче, кажется, вот так вот должно встать. Хоп. Ставим. Верхушечку разворачиваем. О, все получилось. Чудесно. А что у меня все становилось, я не понял. А, ну понятно же, руда сейчас не поступает, поэтому все становилось. Значит, конвейерная лента у нас первого уровня, ее тут будет достаточно, просто капец как. Теперь нужно красивенько завернуть конвейер от нашу бур. Сейчас мы ее просто вот так вот разворачиваем. Опа-на! Строим и тянем теперь вот сюда. Ровно? Ну-ка смотрим. Просто идеально ровно. Красота! Все, и там все поступает наверх. Единственное, мне теперь запрыгивать неудобно. Конвейер-то ниже стал. Я же всегда через конвейер запрыгивал. Эх. Хорошо, сделаем сейчас здесь где-нибудь подъемчик. Давай вот так вот. И к нему сейчас присоединим вот эту штуку. Нам хватит? Нет? Нам не хватит. Почему я не могу вот так вот сделать? Ну почему? Потому что мешает наш бур. Ладно, есть другая идея. Черт, как же было раньше с конвейером удобно. Могу, конечно, через камень запрыгивать, но это вообще, это, конечно, не очень удобно. Есть вариант купить лестинку, вот такую вот. 4 купона, да вы издеваетесь, что так дорого-то? Еще вот такая возможность лестинку прикупить. Ну, блин, а почему бы и нет? Она, правда, длиннющая. Интересно, смогу я ее воткнуть? Пойдем, короче, купоны возьмем. Наконец-то купоны, настало ваше время. Настало ваше время, где купоны распечатать. Мне 6 штук, 6 купонов, отлично, хватаем. Кстати, про оружие. Мы все-таки зашлись на том, что Валера будет звать нашу пуколку. Валер, настало твое время. Все знают знаменитую эту фразу. Так, теперь нам нужно открыть в нашем чудо-магазинчике, шикарном чудо-магазинчике. А может, мостик сделать? Нет, нет, покупаем лесенку, она нам все равно пригодится, рано или поздно. Купить. Оформить, пожалуйста. Вот. Давай смотреть, влезет она сюда или нет. А где она? А, вот она, лестница налево, лестница направо. Как-то тут ее красивенько воткнуть можно. Я так понял, что лестницу можно построить только на фундаменте, что ли? А че так беспонтово-то? Это кто такой вообще придумал? Давай тогда фундамент здесь воткнем. И от него лесенка пойдет. Типа. Ну, типа вот так, да? Как-то все. Через пень колоду, конечно. Какой-то колхоз получается конкретный. Ну вот, вот так вот, вот лесенка. Я типа бегу, вот сюда запрыгиваю. Ну вот, да, колхозненько, конечно. Ну ладно, на первое время сойдет, а дальше посмотрим, что-нибудь придумаем. Нам понадобится плавильня. Теперь нужно подвести сюда конвейерную ленту. Я вот думаю, можно ли сделать лифты таким образом, чтобы у меня конвейерная лента была... О, кажется, можно. Двухуровневая. Это будет вообще классно. Ну, допустим, ладно, по-другому, видимо, никак не поставить. Это максимум, который можно достичь. Если я просто тут немножечко линию... О, можно! Ништяк. Пускай будет так. Значит, тянем теперь конвейерную ленту сюда. Вот тут вот ее надо развернуть. Мы же сможем это сделать? Да. Опаньки, смотрим. Все ровно? Ровно. Строим. Ништяк. И теперь ровно туда. Можно даже от этой конвейерной протянуть сюда, соединить. И у нас двухуровневый конвейер получился. Ну это же класс. Просто шикарно. Теперь все поступает сюда. Нужно это подключить к электросети. Нужен еще один столбик. Наверное, мы его поставим где-нибудь здесь. Опа-на.
И сейчас к нему все подключим. Тянем кабели. Подключаем. Надеюсь, энергии мне хватит. Я прям надеюсь на это. Смотри, как у меня тут все происходит. Пересечение железной руды. Теперь мне нужно поставить вот этот вот конструктор. Конструктор где-то у меня. Который будет нам делать прутья. И в него заводим, соответственно, еще один конвейер. Тут можно не заморачиваться. Вот так вот делаем это. Конструктор будет у нас производить железные пруты. Также его подрубаем к сети. И теперь самое сложное. Нам нужно придумать, что делать вот с этим всем добром. А я, кажется, придумал, кстати. Хотя нет, я обманул, я не придумал. Появилась идея, но она глупая на самом-то деле. Я, короче, хотел соединить вот эти две линии. А что мне это даст? Короче, хотел соединить эти две линии. И все, и я забыл, что хотел. Ладно. Возвращаемся к первому плану. Втыкаем сюда конвейер. Сейчас развернем его. Блин, хочешь прикол? Хочешь прикол? Это же не соединитель, это разделитель, блинский. А я же хотел соединитель, ну и все, и все, и правильно. Значит, ко второму плану, про который я вначале говорил, но забыл, я снова вспомнил. И, короче, делаем здесь соединитель где-то у меня. Блин, я вечно путаюсь, где у меня что лежит. Ага, я нашел. Он спрятался, а я нашел. Соединитель, значит, ставим сюда. К нему уже все подключено. Все хорошо, заводим сюда конвейер. Опаньки. И все. Теперь у меня теперь из двух конструкторов идет прутьев дофига вот сюда. И теперь у нас куча винтиков сейчас будет бесперебойно поступать наверх, да? Оп-оп-оп. Ну-ка, давай посмотрим. Винтов просто навалом, но не справляется с этим количеством наш конструктор. А будет справляться, если я сейчас, подожди, я запихаю в него модуль. Вот, у меня есть модуль один. Втыкаем и разгоняем его до 250%. Мне это как-то поможет, нет? Нет, мне это не очень помогло. Не очень. У нас количество прутьев теперь тут скапливается в огромном количестве. Хотя, смотри, количество прутьев быстренько убывает. Смотрим на конвейерную ленту. Ну, уже неплохо. Уже не такой разрыв в паузах. Так что пойдет. Надо посмотреть, что у меня с напряжением. Как у меня там расходуется все это дело. Ну-ка. Пока терпимо, пока все ок. А что еще? Дорогу мы хотели построить, да? А обязательно это сделаем, но не знаю когда. Вначале нужно наверх слетать, сходить к мамке и сделать нам небольшое приятное... А, блин, куда я поторопился-то вообще? Я же наверху-то еще не закончил. Я убрал лифт, а теперь у меня здесь ничего не поступает. Мне нужно вернуть сюда прутья. Как мне это сделать? Прутья нужны наверх. А, так вот, план номер два еще, конечно же. Сделать здесь еще один разветвлитель и от него вон туда наверх закинуться. Значит, ленту убираем. Хобаньки. Линию конвейерную здесь. И здесь тоже готов. Отлично. Теперь нам надо все это дело запустить наверх. Поднимаем лифт. Мы сейчас сделаем разворот сюда. Пойдем. А он здесь не получился, ага. Значит, нужно вот это вот разобрать сейчас. Подожди, а почему здесь ничего не поступает? А потому что у нас винтики-то не делаются. Точно. Значит, вот этот конвейерный ряд надо будет переделать. Вот это вот мы тоже убираем. И ставим по-новому. Оттуда поднимаем сюда наверх. Вот. Теперь запускаем сюда конвейерную ленту. О, воу-воу, что происходит? Чукча, ты чё тут пришел? Давай, пошел отсюда. Сидит тут что-то хомячит у меня, мусорит. Офигевший вообще. Барзометр просто зашкаливает. Значит, нужно продолжить нам конвейерную ленту. Куда-нибудь повыше ее поднять. Как-нибудь. И вот сюда ее подключить. Как нам это сделать грамотно? Давай прямо, наверное, вот на этот лифт и поставим. Мы же можем это сделать. Обаньки. Все встало. И теперь сюда. Вот и все. Вот и красиво. Ну, не совсем красиво, конечно, получилось. Но, тем не менее... Ничего нигде не пересекается, ничего друг другу не мешает. Что у нас здесь все поступает? Здесь поступает. Все отлично. Все просто прекрасно. Займемся нашими исследованиями для расширения моего инвентаря. Мы же хотели к мамке забежать, правильно? Вот сейчас забежим, сделаем это все дело и посмотрим, что у нас в хабе нужно для следующего открытия. Так, значит. Вот этот инвентарь. Нужно 5 мяса. Мясо у меня здесь есть. Сейчас возьмем. Вон, целых 17 штук. Куда мне столько? Коптить, что ли?
Все, вот это вот мы открываем. Начать исследование. И теперь мне нужно еще 100 каркасов. Ой, нет, это слишком много, 100 каркасов. Где у нас тут еще ингалятор есть? Вот, у меня хватает и роторов, и всего остального. Только нужно 5 минут подождать, пока у меня увеличится инвентарь. Хорошо, пойдем в хаб. Срочно в хаб. Где тут, что тут у нас для следующего открытия? Ух, сколько всего открывать-то, ну да. Ну да. Продвинутое производство стали. Ух. Всякие сложные штуки будут открываться. Стартер, мотор, автопроводка. Прям тяжелое предприятие скоро у нас начнется. Тяжелая промышленность. Улучшенный ближний бой. Ксенодубина, ячейка для рук, ячейка нитря, тоже полезная штука. Я бы на самом деле вот это вот открыл. И у меня как раз всего хватает, за исключением вот этих пластин. Пойдем пластины стрельнем. Ты как сюда попал? Как вышло так, что ты тут? А? Ты что здесь забыл? Пошел отсюда. А, он вон как, понятно. Все понятно. И там застрял. Надо, короче, забор строить. Меня это вообще не устраивает в край. Бегают тут всякие здоровые такие мутанты. Что-то хотят от меня работать, они не хотят. Просто бегают. А, что-то я заговорился. Мне же нужны вот такие вот штуки. Вот такие вот штуки, они сюда отправляются, да? Вон, 39 штук, их забираем. Все. Бежим скорее расширять наш инвентарь. Кавабанга! Как мне нравятся прыжковые панели, это просто капец. Ты не представляешь. Все, медные проволоки у меня полный карман, и даже с излишком. Вот. Я же все собрал. А, кабель! Да что ж такое-то? Почему так не внимает это? Кавабанга 2! Запарился уже летать. Надеюсь, что в этот раз точно все будет пучком. Ну все притащил. Блин, сразу бы так и писали, что тут не хватает определенного количества. Хотя так и было написано, я просто затупил. Все. У меня теперь дополнительные ячейки, ксенодубинка и еще, спасибо, Анна, не надо, я сам разберусь. И еще инвентарь. А где мой инвентарь? Как инвентарь? Вот. Да, смотри, сколько у меня теперь мест в руках. Это же руки. Что еще сюда можно запихать? А, знаю. Знаю. Ты еще здесь? Давай беги. О, когда в желе прыгаешь, звуки меняются кардинально. Искажаются. Ой. Лесенка, конечно, очень неудобно. Очень неудобно. Давай мы сделаем... Нет, мы не сделаем. Угу. А чё, можно здесь поменьше хотя бы? Вот такую вот сделать? Нет, нельзя. Борода. Будешь страдать и прыгать постоянно. И проваливаться. Где-то... Чё я сюда шел? А, взять еще... Где-то что-то навалялось. Нет, вот с этой стороны. Вот. Буду с собой таскать эту штуку, которая называется сканер объектов. Вот. Отлично. А что я, кстати, могу сканировать? Покажи. Ягоды, орехи, грибы, энергослизни. О, мне как раз нужен энергослизень. Есть что поблизости? Давай ищи. Ищи. Вон, я вижу своим невооруженным глазем. Вон там. Ну, хорошо. Ладно, потом по пути мы соберем этих энергослизней. Буду искать, пока буду делать дорогу. Сейчас мы займемся исключительно строительством дорожного полотна. Асфальтик будем прокладывать. Единственное, я не знаю, где этот асфальт прокладывать. И какое количество цемента мне нужно. Но я возьму сейчас прям очень много бетона, потому что, в принципе, у меня его много. Ну, хотя я бы так не сказал. Ох, как тень на меня надвигается, страшно. А, ну потому что луна заходит за лифт. Все, я в тени. Я в тени. Как луна-то, кстати, быстро движется. И небо-то какое красивое. Значит, нам нужно строить наискосок. Вон туда. А как строить наискосок, если... Если я могу строить только вот так вот. Либо здесь, либо здесь. Давай поворачиваем его. Можно еще развернуть его, конечно, вот. Вот таким вот макаром. Наверное, так и сделаем. Строим таким образом. Ну че, пацаны, Fortnite типа, да? Понесла жаришечка. Ты ж, блин, там вонючки стоят. Я подхожу к слизню и... Оу, сколько яда. Это капец. Я смогу, надеюсь, его забрать? Давай. Да, я смогу, но строить здесь будет очень сложно. Так, желтый слизень нам говорит о том, что у нас теперь будет два модуля. С желтого слизня мы получаем два модуля, а не один, как зеленого. И это очень хорошо.
Значит, отстраиваемся чуть-чуть назад и попробуем все это через верх преодолеть. Надеюсь, получится. На тачке-то я, если бы тут проезжал, то пофиг на этот яд, на эти токсины. Просто пронесся, да и все. Но вот пока я тут строю, мне может быть очень больно. И я решил сбегать все-таки обратно до мототележки, пока не все до конца достроилось. И обратно поехать, помчать с этой горки. Где-то моя прелесть маленькая, вот. Вот, отлично. Кстати, ее можно тоже затолкать вот сюда в руки. Вместо искателя всякой байды, который плохо работает. Вместо чего бы тебя воткнуть? Давай вот так пока сделаем. Все, сейчас я ее поставлю мототележкой, и мы узнаем, сможет ли она подняться в такую горку. И не навернусь ли я с нее вообще. Мототележечка, вставай. Моя маленькая прелесть, садимся и поехали. В горочку-то как едешь? О, да и вообще пофиг, горка не горка. Она же на электрических моторах. Оу, вот это трамплин. Главное отсюда не слететь. 55 километров в час. Даже в го... Что произошло? Как это вышло? Попсик, ну ты чего? Что произошло? Ладно, давайте соберем. Да, есть определенные сложности. Я понял. Ясно, что надо было горку чуть поплавнее делать. Но, блин, плавнее горку делать, это, конечно, жесть. Мне кажется, что она воткнулась из-за скорости. Снова трамплин. Сейчас посмотрим, что здесь. Да. Весело катаюсь я по своему асфальту. По своей русской горочке. Ну вот что это такое? Чуть не свалился. Чуть не свалился. Не, ну можно простить, в принципе, да? Надо, походу, будет на тракторе здесь гонять. Хоть я и хотел эко-трассу проложить. Стой, 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 стой. Но для этой мототележки нужны только ровные поверхности. Либо просто сбавлять скорость, когда ты куда-то заезжаешь. Ну ты посмотри, что происходит, а? Где она? Да, надо будет, походу, скорость сбавлять. И на подъемах вот так вот тоже сбавлять. Ага. И когда въезжаешь на подъем, тоже сбавлять. Но, хочу сказать в оправдание всей этой проделанной работы, трасса это имеет очень большое значение, потому что я теперь очень быстро доезжаю из пункта А в пункт Б. Будет прикольно лететь с этой горки на этой мототележке. Буду кубарем просто валиться с нее. Ну как я грамотно все подрасчитал-то? Ты посмотри. Прямо к нашему подходику, где мы взбирались постоянно. И где мы спускались. Ну короче, вон, наша электрическая антенна торчит. Ну все, а теперь никаких сложностей не будет добраться до моих... Ух ты, какие прикольные птички тут летают. До моих угольных генераторов электричества. Фух, мы здесь, и это прекрасно. И это здорово. И это великолепно, и это просто нечто. Перфект, как я бы сказал на английском, если был бы иностранцем. Значит, ставим мототележку, посмотрим, что же произойдет теперь со мной, если я буду ехать с этой горки. Как я полечу кубарем отсюда. И за сколько я доберусь до дома. Поехали! Угу! Ой-ой-ой-ой. Я очень боюсь навернуться. Ё-моё, нет, это страшный капец, это круче, чем русская горка какая-то. Адреналин заскаливает, особенно если высота прыжка. Ух, оу-оу-оу-оу. О, ты посмотри, какое там дно, оно дырявое. Там попец мой виден. Да, прикольно. Опа, ну давай, мот, тележечку. Разворачиваемся. Так вот, все, поехали. Короче, на спусках буду тормозить. А тут слишком страшно. Тормоз. И вниз скатываемся. Вот и все. Вот это трасса, вот это я понимаю. Да на ровном месте, да блин. Ты что, издеваешься, что ли? Мы снова на конях, на четырех мототележных колесах. Мчим по ровной трассе. Вот по ровной трассе вообще на ней кайфово гонять. В принципе, по ровной трассе кайфово гонять. Всегда. Хоть ты на велике, хоть на машине. Ну, кубарем, как я и обещал, я буду лететь. Электрические тачки рулят. Только вот колеса бы им побольше, конечно. Ну, что могу сказать? Теперь мой путь до моих энергогенераторов очень быстрый. Занимает совсем мало времени. Бегом, оказывается, я бы бежал, наверное, минут 5. А тут, оказывается, на мототележке я совсем, ну... Если бы она не переворачивалась, я бы доехал за минуту. Очень быстро. Короче, в 5 раз быстрее я теперь передвигаюсь. Надо будет сейчас еще на тракторе попробовать. Но в конце, это уже конец серии. Все-таки мы много чего сделали. Длительная серия получилась. Хотя не знаю, сколько там по таймингу. Ладно, короче, надо литейный завод построить. Что ж мы там будем делать-то? Литейный завод. Ага, альтернативные слитки медного сплава и стальной слиток.
Альтернативные слитки мы в прошлой серии как раз из жесткого диска достали. Увеличенный объем инвентаря, анализ завершен. Спасибо. Это очень хорошо, а мне теперь еще нужно сделать вот эту штуку. Где они? Где? Где-то там было. Вот. 3 секунды, ингалятор у нас в кармане. Отлично. Это очень хорошо. И еще я хотел ксеношокер посмотреть, что там для него нужно. Уберись табличек, пожалуйста. 2 шокера нужно и медной проволоки побольше. Ну, шокер-то я могу сделать. У меня один в кармане, сейчас я его вытащу, один есть. Сейчас еще медную проволоку возьмем. Так, вот шокер. А их целых 2. Так, Чунгачкук, ты что тут ходишь? Надо тебя отсюда спровадить. Пошел вон. Да, насчет забора я что-то начинаю уже подзадумываться конкретно, реально. Ну что там, ксеношокер, пожалуйста. Но он должен быть помощнее. Но учитывая, что у меня есть арматурный пистолет, я даже не знаю, нужен мне он или нет. Но пусть будет. Это всяко лучше, чем обычный электрошок. Модифицированный электрошокер. Берем в руки, давай посмотрим на него. О, да. Вот это крутая штучка. Еще и с брелком гаечного ключа. Ого. Да это целый меч. Нифига себе. Классная штука. Ну и под конец хочу все-таки проехаться на нашем тракторе. О, слушай, он прям вообще тяжело поднимается в горку. Не то что мототележка. Так что я думаю, что эта трасса точно не для трактора. Прям капец как. И у него топливо расходуется очень сильно. Сейчас по прямой поедем, посмотрим, как он по прямой разгонится и в горку заедет. Ну-ка. 50 км в час. И скорость падает. Но, тем не менее, он нормально заезжает. Ничего не глючится, колеса нигде не застревают. Но, в общем, ясно. Ну и что ж, я думаю, что на этой прекрасной ноте, с этой красивой дорожкой можно закругляться. Блин, вид-то какой отсюда открывается. Так что, если тебе понравилось, то не забывай ставить лайк и подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых серий. А на этом все, пока, увидимся в следующем ролике.